В Иркутске благоустроили русско-амурский мемориальный комплекс. Стоимость работ составила 19,5 миллионов рублей. Объект посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов. На территории высадили ели, сделали клумбу и освещение, отремонтировали входную группу, выложили плиткой пешеходные дорожки, установили скамьи видеонаблюдения, отреставрировали памятный знак, посвященный умершим от ран в госпиталях Иркутска в годы Великой Отечественной войны. Мы приступаем к восстановлению тех мест, ее, может быть, рекреация, реставрация, которая сегодня является памятными местами для жителей Иркутской области. Это идет уже по всей территории Иркутской области. Мы понимаем, что вот это памятное место для многих иркутян, его надо привести в порядок. Мемориальный комплекс был создан еще в 60-е годы, а сегодня мы его дополнили элементами, которые повышают его комфортность. Добавили освещение, добавили возможность для того, чтобы ветераны могли посидеть спокойно, переходя сюда, значит, добавили камеры. Ну, то есть создали таким образом комплекс, который удобен и комфортен для посещения. Здесь рядом восстанавливались надгробия, полностью поправили все надгробия, которые внутри этого мемориального комплекса. Ну и задачу, которую вот сегодня Игорь Иванович нам поставил, мы будем дальше развивать. Вот здесь вокруг живая история Иркутска. Здесь очень много похоронено людей, которые неразрывно связаны с историей российского государства. Будем приводить это все место в порядок и в то же время, ну, создавать комфортность для того, чтобы человек, живущий в Иркутске, мог прийти, посмотреть на историю и, наверное, почувствовать гордость за то, какие люди здесь жили, как они трудились, что они сделали для страны.